ты? Сенсей! Суре! Мы собрались сегодня, чтобы обсудить наши дальнейшие действия по объединению в кулак всех здоровых сил, тех, кто действительно занимается боевым искусством. Дела в этом плане идут так, как нам хотелось. И к нам уже примкнули две серьезные школы. Это школа джиу-джитсу Мусин и школа айкидо Бусиноками. Сегодня эти две школы, объединяющие почти 500 человек, с нами. Но есть еще проблемы, которые требуют своего разрешения. Что там с этой школой Ушу? Да там все нормально. Я им звонил, сказал, чтобы вязали с рекламой. Чтобы прекратили называть свои танцы боевым искусством. И чего они ответили? Сказали, что примут сведения. Проверьте, хорошо ли они нас поняли. А если не поняли, съездите и объясните им по-другому. А теперь я хотел бы услышать нашего гостя из школы кикбоксинга, которому месяц назад мы предложили сотрудничество. Думаю, что времени у них было больше, чем достаточно. И хотел бы сейчас услышать его ответ. Уважаемые самураи, я долго смотрю на этот цирк, который вы тут устроили. Тихо! Мы пригласили человека, чтобы он отвечал нам. Пусть говорит. Наверное, он знает цену своему слову. Это ты правильно сказал, клоун. За базар я отвечу. Мы бойцы. И в отличие от вас, 7 самураев не играем. За мной стоят 80 человек. И каждый из них стоит десятка этих самураев. И еще раз. Если вам придет в голову дурная мысль предъявить нам ультиматум, я тебе вот это знаешь куда засуну? Говорить можно, а вот пальцем показывать нехорошо.